Всем привет! Зрители подписчики канала. Сегодня 3 декабря. Всем привет! Так, да, у нас 3 декабря, суббота. Да, мы завтра будем ставить уже елку дома. Конечно, это немножечко рановато решили, но так, откашляюсь. Набегался вчера по снегу. Вчера домой пришел, весь мокрый, ноги мокрые. И ты мокрая. Нет, ты сухая была. Это у Илюши. Илюша. Кушайте, давайте. Подвинь поближе себе тарелочку. И сейчас хорошо стало. Так, зайка. Мам, а я положила печатку сумку. Да, положила печатку сумку. Мам, мне надо сумку. Мне надо печатки. Сейчас не надо тебе печатки. Кушай, давай. Зато посмотрим, Илюшенька. Да, решили в этом году поставить уже на этих выходных, хотя в том году ставили попозже, по-моему, 15-го мы ставили, наверное, елку. В этом году дети просят пораньше. Так, Вероника, не трогай, пожалуйста. Так, знаете, есть вилочка. Сейчас я тебе дам. Не выбирай, Вероника, иначе никуда не пойдешь сейчас. Так, мы сейчас кушаем, собираем. Как некрасиво себя ведешь. Забиваемся на мультик. На мульт переполох, да, нас называют так просто омлет. Я сначала думала сварить кашу, но Илюша еще вчера с вечера попросил, не вечером, а с утра еще в сад привела его, да, чтобы приготовить ему омлет на завтра, выходной. Так, Вероника, будешь выбирать колбасу, никуда не пойдешь, кто не поест, никто никуда не пойдет, все, не пойдешь, если не поешь. Сколько можно кривляться за столом сидеть? Владик уже он доедает, молодец. Да, а ты сиди дальше, кривляйся. Что у нас за окошком? Идет снежок, сегодня всю ночь был снег, сейчас, правда, маленький, но снега выпало достаточно за эти дни. Хорошо, на улице самая настоящая зима, дай бог, чтобы только на Новый год снег был, а не дождь. А колбаса, солнышко. Так, сначала прожуй, потом говори. Ну да, еще было бы солнышко, вообще была бы чудесная погода. Да, и вечером не было. Да, но вечером темно уже, Илюша. Так, все, давайте кушать и собираться. Я сегодня без завтрака. Сейчас утра я съела. Был творог. И... Илья, я тебе сколько сказала так не делать? Некрасиво. Цирк. Не в цирк мы идем на ростовых кукол. Мульт переполох называется. Я с утра съела творог, дети сбивают, но уже... и сейчас попью кофе. Владик с утра, сейчас кормить буду. Делаю уроки. Не видно плохо от окошка. С утра уже начал делать уроки на понедельник. Вчера, как я сказала, учили стих. Сегодня повторяли с утра. Давай кушай. Ты много разговариваешь очень. Да, толку мало, да. Что там, уже окружающий почти сделал? Мам, или сделал полностью? Мам, я еще даже не смотрела. Мам, так. Мы пойдем в больницу. Какую больницу? Сама не знаю, что говоришь. Все, давайте кушать и собираться. Вышли мы уже на улицу, точнее уже отправляемся в концертный зал «Дружба». Вероника, скорее, скорее, проходи, 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 дядя идет, видишь? Да, да, аккуратно. Пойдемте на маршрутку, да, скорее. У нас остается 50 минут до начала. Ну, Владик, ну что вы встали все? Вероника, вот тебе надо было это сделать обязательно. Как обезьянки друг за другом. На улице идет небольшой... Нет, мы идем так. Идет небольшой снежок. Доченька, давай маме ручку, иди сюда. Пойдем скорее, моя. Хорошая. Пойдем, пойдем. Все. Приехали мы уже. На мульте. Концертный зал «Дружба». Так, давайте. Осторожно, скользко. Поднимается. Давайте. Давай, Вероника, ручку. Опа. С Новым годом и Рождеством Христовым. Там, видишь, аккуратно, скользко написано на табличке. Да, пойдем заходить скорее. Мы пойдем зафотографировать. Он свой Свинка Пеппа. Пошла сейчас. Поехали. Вероника у нас залезла на ручки к Ладику. Да? Кто сейчас будет? Свинки Пеппи? Видела Пеппу? Фотографировала с ней? Да? Сидим, ждем первый ряд.
Идем в начало представления. Да, Вероника? Не надо. Я только что с вокзала. И в подарок я вам принес вот этот чемоданчик. А что, в него ходить уже? Да. Хотите? Да. Конечно, вы же мои любопытные пупсики. А в этом чемоданчике у меня? В этом чемоданчике? А чего? Спросите. Слушайте внимательно, мои пупсики. Это кнопка от запуска моего нового. Гениального! Да! Злодейского изобретения. Под названием анти-мульт-машина!
Да? А вы лучше скажите, откуда это? Кто? Ничего я не слышал. А вот скажите, покажем, давай? Да. Кольца ваши, Мирхай. Это твое карманное колечко, да. Лайк, смотри 38-ю. Так, все, идем на маршрутку. Да, я дома покажем. Хорошо, Вероника, то потеряем. Пошли, маршрутка наша едет, скорей.
Всем привет, зрители, подписчики канала на Ютубе. Ну что, уже время полтретьего, я благополучно добрался до дома. Татьяна сейчас с детками, ну, в принципе, наверное, уже знаете, в Инстаграме она уже выкладывала. Она сейчас на мультпереполохе, то есть на мультяшных шоу ростовых мультяшных героев. Вот, надеюсь, там им все это дело понравится. Вот, ну, в принципе, отработал 3 ночи, сейчас 3 выходных, теперь уже мне во вторник на работу, там у нас следующая неделя получается вообще скомканная. Мы, получается, с 30 декабря работаем по субботам, то есть там поразделили завод, кто-то вот в эту субботу работает, кто-то следующую, как я работаю, и кто-то 17 числа. То есть сейчас получается 3 дня день, потом кто-то день выходной, потом день опять рабочий, потом 2 дня опять выходные. Короче, скомканная будет следующая неделя, ну, ничего не поделаешь. С одной стороны, в принципе, хорошо, потому что уже 27 декабря уже как бы начинаются у меня лично каникулы на заводе. На почти 3 недели, там практически весь завод, да, 3 недели будет стоять, не практически, а весь завод, до 15 января, по-моему, до 16 на работу. Вот у нас получается как бы каникулы новогодние, в принципе, как у всех предприятий, ну и потом чернобыльская неделя для всего завода. У нас как бы уже, наверное, 2 года уже так, наверное, в принципе, введено, то, что все берут чернобыльскую неделю, ну, выпуск чернобыльский 7 дней. Так, сейчас я иду в ванну, потому что сегодня бриться не побрился у папы, вот, умываться с дороги, не знаю, покушал уже, немножко подремал в автобусе, потому что погода какая-то непонятная тут у нас. Хотя, в принципе, ехал, то вроде где-то солнышко пробивается, где-то непонятно, как серость такая, снежок небольшой идет. Ну, хорошо, снега везде, в принципе, подсыпало, и людинами. Здесь, смотрю, елки везде уже поставили, особенно здесь, в Ледяной еще елок нету. Ну, за исключением там магазинов маленькие елочки, а так тут большие же, наверное, парки, бум, сити сейчас приезжали, бежатся. Здесь возле линии, ну, уже здесь живая елка стоит, Таня тоже снимала вчера, я смотрел. Ну, вот, в принципе, такие дела. Так, ладно, все, иду, пока детки наши тут обыстрому. Так, снимаю на iPhone, оп. Вот, и... Уже придут, примерно часа в 3, наверное, закончится все это шоу, мне кажется. Все-таки, да, надеюсь, они будут довольны. Уже пофоткались, я посмотрел в Инстаграме уже фотки Татьяны, так что ладно, будет нормально. Так, ладно, все, увидимся. Пойду заниматься своими делами. Кто тут у нас такой? Кто это? Мы уже дома. Принцесска. Принцесска наша с колечком, да? Пойдем, покажи свое колечко красивое. Вот такое красивое колечко нашей принцессы. На концерты ходила? Да, представляете, Ладушка. А я сын тебя бог садила. Та-та. Это, а, не надо эту камеру. Я снимала. Ты не боялась? Это мама. Не боялась? Нет. Нет? Это булочка, мама, дай мне булочку. Булочку? Булочку кушала, да? Ну а как же без булочки? Косички. Ой. Я выкатила. Ладно, все понравилось. Молодцы, да, всем? Еще. Да, здесь, да, вот. Еще. Только вышли, я еще хочу. На следующей неделе пойдете в аэропарк. Там будет резиденция открытия, как в том году мы ходили. Дед Мороза. Позже. Да, мы ходили позже. А вот что будет? Тоже будут конкурсы, что-то будет. Это будет батута? Не, ну конкурс новогодний. Ну какие конкурсы? Будет Снегурочка, Дед Мороз будет. Будем смотреть. Через неделю, да, в субботу. Папа, что ты, Вероника? Дай мне булочку. Мама, дай мне булочку. Я укричала. Дай мне булочку, дай мне булочку. Булочка. Так, ладно. Владик сейчас отправляется делать уроки, Владик. Мама, я пища, я буду в туалет. Мишка панда есть. Мишка панда есть. Да. Мишка панда. Панда. Панда, не фанда, панда, панда. Мишка панда. Надюш. Да, Мишка, отдохни еще немножко. Да. Я тебе делаю уроки. Похоже, я снимать. А, да, да, а, да, Мишка, я забыла. Пила. Я боялся Мишка панда. Мишка панда, да. Мам. Там конкурс, результаты конкурса? Мама! Да, чуть-чуть похоже. Сейчас время 4 часа, наверное. Нет, мама! 4 часа. Я боялся клону. Ты боялась не клон, ты боялась Злючку. Злючку, доктора Злючку. А ты никого не боялся, да. Молодцы.
Так, ладно, вам уже не спать. Нет, чему же укладывать. А куда? 4 часа почти. 15 или 15. Я слопала. Да, хлопала. Так, ладно, все, увидимся немножко позже. Всем привет. Ты же здоровался с ним, всем мы привет. На плавнике. Да ты что, ты уже всем это рассказал. Так, я сейчас готовлю, начала готовить ужин. У меня был шарик. У тебя был шарик? И пузыри были. Так, если себе на ужин, точнее, у меня сегодня на ужин будет... Было. Так, Илюшенька, все тихо. Курица, я ее уже почистила от шкурки. Сейчас буду обжаривать сначала в мультиварке с луком полукольцами. И вот с такими шампиньонами. Сегодня их резать не буду. Я готовлю чисто для себя ужин. Хочу, чтобы они были цельные шампиньончики. Сначала обжариваю лук с чесноком. Пока у меня обжаривается в мультиварке лук, чеснок и грибы уже, я готовлю, начала готовить ужин также деткам и Сереже. У меня был небольшой кусочек свинины. Дети сразу маленькие сказали, что они есть не будут мясо. Сереже и Владику как раз тут хватит. Я его порезала на кусочки уже. Также обжариваю лук и... Так, куда я делаю? Лук и чеснок на сковородке. Сейчас взяли сюда золотистого цвета и сюда добавлю уже мясо. Так, все, блок продавидно, обжаривается у меня уже курица, обжарилась, поставила на программу еще тушение и заливаю это все сливками. Тут у меня тоже уже мясо жарится вовсю. Так, 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 сливки, 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 мои сливки, уже пора закрывать. Так вот, и еще сверху сюда посыплю немножечко сейчас, точнее не сейчас, а под конец уже готовки зелень. Итак, ну что, у нас время ужина, сейчас, кстати, уже нам написала Светлана, да, Тихомирова, написала свои контакты, все хорошо, тоже многодетная семья у них, радует, так что такой да. Подарочек будет к Новому году. Ну, так. Так, давайте сразу передадим привет, потому что мы вчера не стали передавать Володе, так как забыли попрощаться, как я сказала, Ксении Рябовой и ее дочке Айлин, ей 5 лет, доченьки. Привет! Привет, 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 большой-большой-большой! В маму новые сережки. Мама просто поменяла другие сережки. То о чем? Тебе поменять надо, да? Хорошо, тебе тоже поменять. Так что большой-большой привет. Да, большой привет от нашей семьи. И еще раз большое спасибо всем, кто участвовал в данном конкурсе. Очень приятно, действительно. Надеемся, что конкурс последний. Посмотрим. Ответь дочери. У тебя нет сережек, папа? У меня нет, мне не надо сережки. Папа и так Сережа. Сережка. Папа и так Сережка, да? Ой, папка Сережка? Да. Папа Сережка. Сережка. Папа Сережа. Сережа, правильно. Так, ладно, у нас ужин, макароны. Таня сделала со свининой, да? Да, я показывала свинину. Папа, Илюша, Владик. Братик, Илюша, братик, и Владик, братик. Правильно, молодец, Вероника. Я Владика. Доченька, да? Да. Доченька. И сестричка, да? А он Влад. Влад, братик, да, тоже? Да. Да. Так, ну что, завтра у нас уже что? А ты серьёзно? Да. 4 декабря. 4 декабря, воскресенье. Завтра планы у нас. Нарядить. Вот ёлку. Да, ставим эту ёлку и украшать. Ну, потихоньку будем украшать уже квартиру. Потихоньку украшать квартиру. Я кое-что привез с Людиного еще. Это, ну, я же говорю, ты что-то купил кое-что. Ну, вот. Будем все это дело украшать. Уже в течение. Мы елку будем ставить завтра. Да. Ладно, всем приятного аппетита. Заня, там курочка, да? А, говорушка. Что? Курочка. Не курочка, а мясо. Все мясо. Мясо. Так, всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Лайки, бабушка, мама, Таня, это Таня. Я, Аника, а он Влад. Влад, братик тоже. Да, и Влад.
Всем пока и спокойной ночи. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем до встречи. Всем пока и ставьте комментарии. Всем до встречи, всем пока. Увидимся с вами завтра, 4 декабря, воскресенье. Пока!